Не только хоккеем живут участники проходящего в эти дни рождественского турнира. Сегодня игроки всех команд отправились в детский дом номер 5 города Минска. Благотворительная акция «Рождественская традиция» проводится в 6-й раз. Хоккеистов разделили на 6 групп. Для каждой воспитанники детдома провели мастер-класс. Больше всего повезло китайцам. Их будущие хозяйки научили готовить драники. После взрослых гостей ожидала концертная программа и матч по мини-футболу. Здесь хорошая атмосфера и приятно находиться. И неважно, кем станут эти ребята, спортсменами или найдут себя в других профессиях, важно, чтобы они в жизни нашли друзей. Каждый год это мероприятие проходит по-разному, потому что разные дети с разными какими-то навыками, умениями. В одном детском доме была финалистка, например, конкурса «Я пою». В другом много ребят было спортсменов, паралимпийцев по зрению. В третьем девочка, которая рисовала совершенно уникальные космические иконы. Ее выставляли в Голландии. То есть все зависит, конечно, прежде всего от людей, но каждый год программа интересная, неповторимая и по-своему яркая. Организаторы акции «Президентский спортивный клуб» и Федерация хоккея Беларуси перечислили детдому 25 тысяч рублей. Это безвозмездная спонсорская помощь. Сами хоккеисты тоже предусмотрели подарки для ребят.